Детская филармония на этой неделе даст сразу два концерта. Первый состоится в рамках федерального проекта «Ко дню славянской письменности». В четверг в 13:00 по Москве детские хоровые коллективы по всей стране будут петь песни о родине. Из некоторых городов будет вестись трансляция на Красную площадь. В Абакане акцию поддержит хор «Каданс» Республиканской детской филармонии. Она была создана полтора года назад и постоянно развивается. Так были набраны первые в Хакасии хор мальчиков и хор юношей. Кроме того, в детской филармонии занимаются с малышами от 3 лет, и это очень сложная работа, говорят специалисты. Ее результат, а также другие достижения, педагоги и юные певцы покажут в воскресенье на большом отчетном концерте. 5 произведений. В каждом произведении по 2-3 куплета. Это тексты, это их надо заучить. Многие дети еще плохо разговаривают. То есть это такой колоссальный труд. Но чтобы спеть эти произведения, дети обрели определенные навыки. Вот этими навыками мы хотим вас и, в общем, поразить.